с этого места, от арки, это мы в расположении войсковой части, 42.030, в расположении подразделений войсковой части. От арки, она в кадре, мы подойдем в сторону КПП. Только сейчас мы были, ходили влево. А сейчас пойдем направо. Вот арка. Здание штаба. Здание санчасти. И прямо налево и направо сразу здание казарм. Два здания. Еще раз арка. Направо потихонечку пошли. В сторону КПП. Столовой КПП. Да, я уже сказал второе видео. Первое мы уже сделали успешно. Сегодня 14 февраля 2024 года. 15:30. 15:30. Слева и справа дороги бордюры хорошо видны, если, конечно, присмотреться. Во всех помещениях этих цехов мы были с вами. Видно, что тут дождь был. Вот капельки дождя, наверное, видны. Весь день был дождь. Он был небольшой, но длинный, да. Небольшой, но длинный. Вот здание штаба. И мы от арки, вот она здесь. Идем в сторону КПП. Аллейка деревьев слева. Дорожка, по которой мы идем, это наезжает охрана. Вот так на углу, это здание казармы, на углу здание помещения чайной. И вот виден фонтанчик небольшой, очень небольшой. Подойдем. Очень пасмурно. Вот фонтан. Так. Место отдыха. Нет, место отдыха не скажу. Вот здесь был, где-то в этом месте был постамент с бюстом Владимира Ильича. Это фонтан. Чик, фонтанчик. А тут где-то был этот барельеф. Извините. Бюст на постаменте. Вот тут тыльная сторона штаба. Казарма. Вот тропинка видна, которые животные тут ходят.
по дорожке мы идем тут. Слева и справа бордюр. Сзади фонтан, прямо дорога, по которой мы шли. В сторону КПП. Направо. Здесь было два здания склада, которых нет этих зданий. Прямо налево дорожка КПП. Направо к столовой. Вон там столовая была. Нет здания. Здесь выезд автомобильный. Прямо. И налево на КПП. Вот на КПП выход. Здесь можно было по дорожке пойти. Столовая. По дорожке КПП. А слева будет сразу побольше фонтан, бассейн. Вот он. Вот дорожка пошла. Подкопана. Тут, видно, кабаны покопались. Как раз туда на выход КПП. Пожарная часть. Вот тут дорожка также натоптана, тропинка. Вон там были лебеди. Пожарная часть КПП. Вон туда, да, так, дальше там уже склад овощной. Овощи хранились. Был. Кабаны хорошо себя чувствуют здесь. Вот они тут порылись. Тропинки. Вот он фонтан, который... Он же бассейн декоративный. С этого ракурса. Вон там КПП. Да, КПП мы, конечно, не пошли, не пойдем. Ух ты, включился что-то. Что-то тут случилось. Вот сейчас мы включим. Попробуем включить. Реанимировать надо. Вот ты. Удачно как. Включается. Отключился. Давайте будем тут выходить и завершим видео. Я упомянул, тут два здания было, склады.
Да там молодая поросль, как раз котлованчик здесь и были. Здание. Прямо, чуть правее, жарма на углу, который чайный. Вот тоже деревья. Доживают свой век. Видно, что они уже закончили свой жизненный цикл. И мы назад пошли по этой аллейке. Объекты на территории, где мы находимся, признаны памятником архитектуры. Не снесены не будут. Ну, не все, конечно. Но казармы уж точно будут сохранены. Это здание казарм. Вот здесь фонтанчик, который мы видели. Тыльная сторона штаба. Да, 14 февраля мы посмотрели объекты или территорию, скорее территорию, где размещались подразделения войсковой части 42030. Вот арка, где мы начинали видео. И мы здесь завершим. Вот дорожка. Тропинка. Животные ходят тут. Велосипед вон вижу на месте, где мы его оставляли. Арка. Очень удобно. Удобный объект. В первом видео говорил, наверное, здесь и построения были при необходимости. Ну, когда вот погода плохая. Прямо вход в спортзал. До свидания, до новых встреч.